Мало кто показывает, и вообще адекватно ли это сравнивать Мозу с Финкубом. То есть, насколько... То есть, по высоте они приблизительно одинаковые. Да, так. Ну, здесь, конечно, 25 ньютонов и 9 ньютонов. Но это, конечно, намного легче. То есть... Ди-ди-ди. Механизм. Ну, здесь как бы так вот не понять. Но здесь, наверное, я так предполагаю, по ощущениям, здесь вот, наверное, вот такой вот моторчик внутри. Ну, максимум. То есть здесь свободное место, то есть крепление сзади стоит и так далее. Укрепляющая стенка. Вот такой. А здесь, наверное... Ну, как раз приблизительно, не в два раза больше, ну, где-то вот такой, да? Ну, да, где-то такой, наверное. Такой, а здесь, наверное, такой. Ну, почти в два раза легче, то есть, получается, во вращении, в масштабах, они приблизительно один к одному. Блин, не хочу царапать больше, чтобы... Будущему владельцу тогда остался более-менее. А то и так уже чуть-чуть нацарапался снизу. Не знаю. Если R12 вот прям по размерам точно такой же, как R9, то есть тут надо, конечно, смотреть, то в R12 есть смысл. Есть еще фанатековские рули. Это клаусбордовские. Новые. Да-да. Если они тоже, ну, маленькие, то, возможно, в них есть смысл, то есть 15-ньютоновый. Потому что, ну, Финкуб, он большой. Ну, как бы, большеват. Этот намного легче, чем вот этот. Вот я имею в виду, что вот эта часть внутренняя. Есть еще переходы всякие. Плюс здесь Wi-Fi, на подзарядку руль ставить. Здесь уже все этот механизм внутри встроен. Дополнительный. Руль сюда зацепил, и все. Нет вот этого. Ну, конечно, есть, но чуть поменьше. Так что вот.